Чем зима отличается от других времен года? Когда холодно, надо там одевать потеплее, чтобы не замерзнуть, не простудиться, не заболеть. Это когда выпадает снег, и он так, его очень много, и еще лед такой толстый, что уж нельзя на нем упасть, потому что зимой холодно и не так ярко светит солнце. Зимой падает снег. Снег падает с неба. Снег – это замерзшая вода. Резинки падают, и снег потом надо выпить резинки. Птичка улетает на его, потому что им холодно, а некоторые птички остаются. Что можно делать зимой? Зимой все катаются на санках и лыжах. Зимой можно лепить снеговиков, можно бабу снежную, можно деда из снега лепить. Можно слепить снеговика. Можно валяться на снегу. Кататься на лыжах, на санках, на ватрушке. Кататься на коньках. Лопатой копать. Строить разные постройки. Во что нужно одеваться зимой? И зачем? Зимой нужно одеваться в зимнюю одежду. Колготки, штаны, кофта, свитер. Куртку надо одевать. Шарф теплый под курточку. Шапку. Штаны теплые. Сапоги. Куртки, варежки теплые. На колготки надевать носки теплые. Что зимой делают лесные звери? Они лают, меняют шубку и прячутся в норку. Зимой они запасают на зиму еду, чтобы зимой можно чем-то поесть. Кого-нибудь ловят. Если ложится спать. Медведь тоже ложится спать. Медведи спят в берлоге. Он делает дырку себе и спит, а потом закрывает дырку. Он вместе с барсуками наедается и на зиму и ложится в спячку. Если медведь хочет поесть, он просыпается и поест чуть-чуть. Потом он опять спит.